А у нас в гостях Анаит, и она сейчас расскажет про свою прекрасную сыроварню. Краснолесская сыроварня – это молодое технологичное предприятие по переработке молока в Крыму. Мы производим три вида сыра. Это камамбер крымский, бри крымский и нешатель крымский. Наши сыры абсолютно натуральные и сделаны из крымского фермерского коровьего молока и французских заквасочных культур и плесеней. Мы используем только натуральные ингредиенты, без всяких добавок и консервантов. Анаит, какие цели вы перед собой ставите на данную выставку? Цели такие, что мы хотим расширить географию продаж наших сыров. На сегодняшний день наши сыры можно купить только в Крыму, в магазинах и в торговых сетях крымских. Мы хотим оказаться на полках магазинов в Москве, Московской области, а также в других городах России. Кстати, я попробовал сыр у Анаит. Камамбер просто прекрасный. Спасибо вам большое.